Тягач пришел, сейчас будем подкладываться, смотреть, что там и как. Thank you.
Буксует. Я колесо расклинил, вроде стало крутиться, но не хорошо крутится. Главное, чтобы оно нам дорогу не убило, это колесо. Иначе меня будут ругать. Даже не так. Потянуть. Коробкой навряд ли я его потащу, но пробовать можно. Все, закрутилось колесо. У меня там осталось это, как она называется? Посудомойка, надо ее достать. Я забыл про нее. Так вот стал здесь лобучим. Сняли колеса с той оси, которая не крутится. Ну, вернее, она крутится, колодки, блядь. Диски нагреваются, пиздец. Они ржавые. Я посмотрю. Ну, вроде она здесь крутилась, не испортила дорогу. Посмотрю, что он там у меня сделал. Но он буксовал, он так и не мог взять. Ну как он его возьмет? Здесь, конечно, он грунт, блядь, писец. Сейчас от лап у меня вон следы остались, подровняю. Ногами. Ну вот как-то вот так вот выехал.